Участники учебно-тренировочного сбора, основной взрослый состав областной команды, плюс ведущие юниоры. Всего 40 спортсменов. Место проведения выбрано не случайно. Согласно распоряжению губернатора, в регионе определен ряд баз для организации подобных мероприятий. Комплекс на горе Зеленая в Шерегеше – один из лучших. Место удачное. У нас уже эта традиция. Каждый год, каждое лето ездим туда. И тренировки немножко видоизменяются. Виталий Юрьевич что-то добавляет, что-то наоборот убирает. И как бы все довольны, все рады. Главный тренер кузбасской и российских сборных Виталий Ильин в этом году построил сбор таким образом, чтобы спортсмены могли планомерно влиться в тренировочный процесс после продолжительного перерыва. Поэтому основной упор делался на общефизическую и функциональную подготовки. То, когда дома сидят, даже если самостоятельно там что-то делать, все равно теряются навыки именно работы в парах и... Ну и функциональные, то есть что там в квартире невозможно держать эту форму, начинаешь на психоэмоциональном расстройстве объедаться, соответственно, прибавление веса у спортсменов и так далее. Поездка стала возможной благодаря поддержке постоянного партнера Федерации тайского бокса России компании «Стройсервис», чей вклад в развитие муай-тай в нашей стране трудно переоценить. Данный сбор осуществлен за счет нашего друга, давнишнего нашего постоянного партнера, нашего большого друга компании «Стройсервис». Большое спасибо Дмитрию Николаевичу за эту возможность выезжать на сборы, тренироваться, сменить обстановку и пройти подготовку такую. Уже в августе этого года наши тайбоксеры примут участие еще в одном крупном тренировочном сборе на федеральной базе «Озеро Круглое», после которых юниоры выступят на международных играх единоборств в Казани.